Масленицей вас, дорогие наши телезрители! Сегодня особенный день, и мы решили подготовить для вас небольшой сюрприз, а именно маленький репортаж о том, как справляли у нас сегодня Масленицу. Ну, как мы все знаем, Масленица – это древнеславянский праздник. Он пошел далеко-далеко еще от наших предков, и по сей день сохранились все обычаи и обряды. Ну, это всю масленичную неделю идут веселья, гулянья, обильное питание. Мы питаемся блинами, блинами с икрой, с повидлом, со сгущенкой. Да, множество начинок существует для блинов, но самое главное – это веселье, это катание с горки, это различные конкурсы, это танцы, это песни, это пение частушек. Это на самом деле очень веселый, интересный праздник. Мы всю масленичную неделю гуляли, мы объедались блинами. Мы все забивали медовухой. Ну, конечно, не все и не каждый день, а только в последний день, но это не важно на самом деле. Вот. Ну, а сама Масленица проходит вот так вот, очень весело, очень бурно, с песнями, с плясками, с конкурсами. Вот, например, конкурс – это «Ударь подушкой, сбей с козла». Ну, вот видите, как бы, ну, побеждает тот, кто более ловчей. Или, например, хождение на ходулях. На ходулях тоже очень древнее развлечение, еще при царе это все было. Ну, сейчас, понятно, прошло столько лет, уже многие забыли, и обычно жить на ходулях. А также перетягивание каната. Перетягивание каната – это вообще любимое занятие, что у детей, что у взрослых, особенно у мужчин. Ну, вот мы сейчас видим, да, то, что как вот вместе со сказочными персонажами ребятишки будут сейчас перетягивать канат. Ну, правда, не совсем все честно. С одной стороны девочки, а с другой стороны мальчики. И мальчишки, понятно, они сильнее. Но, тем не менее, рады все. И мальчики, и девочки. Хочу заметить то, что было довольно-таки прохладно. Было минус 10, хоть и светило солнышко и хорошо местами пригревало, но все равно. У меня руки замерзли на самом деле. Руки замерзли, нос замерз, и ноги замерзли. В общем, я пошла когда домой, я просто уже залезла в ванну и стала отогреваться. Но, тем не менее, это было очень здорово. Вот сейчас видите то, что мужчины, они перетягивают канат. Ну, победит, понятно, дружба, но тем не менее. Также еще конкурс – это вождение хороводов. Это вот мужчина, он поднял 40 вроде бы, или 36, или 40, я уже не помню. Вот. Было всего трое мужчин, и, ну, понятно, что победил сильнейший. Также это танцы, это наши русские народные танцы. Это, вот это, например, барыня танцует, барыня с ударами. Вождение хороводов. В общем, очень и очень здорово, и очень весело было время с ним проведено. Там танцуют все, от мала до велика, и взрослые, и дети, а также родители. Ну и, конечно, самое последнее и самое главное, для чего мы провожаем эту Масленицу, это сжигание чучела Масленицы. Этот обряд, он еще пошел от язычества. Православная церковь очень долго боролась с этим обычаем, но так ничего не смогла сделать, и пришлось принять этот обычай и совместить вместе с прощенным воскресеньем. То есть после того, как сжигается чучело Масленицы, все друг у друга просят прощения. Так и говорят: «Прости меня», а отвечают: «Я тебя прощаю, и Бог тебя простит». На самом деле, очень-очень такая вот хорошая атмосфера, энергетика, потому что действительно вот сейчас вот чучело сгорит, и наконец-то пойдет весна, потому что уже холодно, уже хочется действительно пение птичек, чтобы снег растаял, чтобы травка зазвенела там. Хочется, чтобы наконец пришла весна. И вот таким образом мы проводили Масленицу, мы зажгли чучело, теперь мы ждем весну, и чтобы было теплое, хорошее, и чтобы у всех было настроение великолепное, праздничное, весеннее. С Масленицей вас, родные наши любимые зрители, а также прощенные зрители. Простите нас, если что-то так.